подходит к концу и сезонные работы сельскохозяйственных предприятий округа. Так, Ненецкая агропромышленная компания завершает сенокос. По словам директора Анатолия Чудочина, осталось 6-7 рабочих дней, если, конечно, дождь не пойдет. Аномальная погода в этом году внесла свои коррективы в планы аграриев. Год назад в это время упакованное сено уже лежало на складах. Слово моему коллеге Дмитрию Щепанову. Времена, когда на сенокос выходили всем селом, остались где-то в далеком прошлом. Сейчас на всем поле только 3 трактора, которые из вот такой травы делают полностью готовые к перевозке и хранению таблетки. Производство автоматизировано, траву даже руками никто не трогает. В поле только техника, и то немного. На всю цепочку 5 единиц. По скошенной траве движется трактор грабли, который формирует аккуратные дорожки. Идет этот трактор с грабилкой. Сено сгоняет в одну кучу. После меня идет пресс, следующий трактор. Он собирает это сено и делает из него таблетку. А дальше, как в аэропорту. Спрессованный сток подбирают специальным устройством и заматывают в полиэтиленовую пленку. Получается вакуумная упаковка, как в магазине. В ней сено не портится и не горит. Всем процессом управляет компьютер по 42 оборота на одну таблетку. В итоге почти тонна сена уложена и готова к перевозке в считанные минуты. Примерно 2 минуты уходит на саму обмотку, плюс подвес, развес. Ну, 5 минут в среднем. И сколько масса у него? 800 килограмм. Трактористы говорят в один голос – сено в этом году не то. Его меньше, чем год назад, подвела погода. Сначала луга надолго затопила, а потом посреди июня засыпала снегом. В итоге природа оправилась от зимней спячки позже обычного. А значит, и сезонным работам в календаре пришлось немного подвинуться. Самые лучшие корма заготавливаются в фазе цветения и колошения трав. Они в этом году опоздали. То есть вот сегодня сено мы заготовили, будем говорить, в начале цветения и в цветении, а сейчас мы заготавливаем сенаж, еще идет цветение, колошение травы, то есть созревание травы, то есть на качество корма это не повлияет. Заготовка сена завершена, а сейчас работники Ненецкой АПК заняты сбором и упаковкой сенажа. Это грубый корм для крупного рогатого скота, который почти не отличается от того, что животные едят на пастбищах. Осталось около 1100 рулонов. Работы примерно на неделю, но есть проблема. Погода должна стоять сухая, а значит, этот срок весьма условный. Дождь в Наринмаре и окрестностях синоптики обещают как минимум до пятницы. Дмитрий Щепанов, Александр Усачев, телеканал «Север», Макарова.